Понь. Ребята, а где предметы? А где все предметы? Серьезно? Класс. Это фазмофобия. Всем привет. Это фазмофобия, вы не забыли? А в фазмофобии всякое бывает. Да, всем привет, фазмочка ваша любимая. I have a question. Почему у нас есть штативы, но нет камер? Прекрасно. Свечечка моя, свечечка. Вот все, вот вы наказаны, берите свечки. Кстати, у нас рассудок соточка. Искать блокнотом? А как вообще искать будем призраков? Чем? А я говорила, что будет сложное испытание. Короче, кто не понял, все электрические предметы не работают вообще в этом испытании. Работает только соль. Да. Так, хорошо. Так, а что брать? Так, слушайте, стойте, а ведь в голове у нас мозги, они же тоже там электричество есть немножко. Ну да, нейроны. Да ладно. Да, оно аксоны, дендриты. Маленькие разрядики там есть. Смотри, мы сейчас можем подпитать трошки дом, поэтому пошли. Я предлагаю, ну, Алекс, да. Алекс, ну пожалуйста, слушайте, ну где? О, интересно. Ты со свечкой. Ой, дай тебе бог здоровья. Смотри, да. Я ты взял палочку, побольше. А зажигалочку? И дай нам палочки, знак. И зажигалочка, и свечечка. Не забывайте, что свет включить нельзя. Что-то дом поменялся как-то, что ли? А, ничего дай не работает, даже света нет, ни хрена нет. Так, тихо-тихо-тихо. Дай нам знак. Упала здесь, на кухне! Алекс, на кухне упала, падает! Тут упала, что-то на падает. Кухне падает. Тут что-то падало, только да. Что я слышу, тарелку. Или здесь? Я могу помочь своей свечкой. А МПшки что же нет? Или тут? Напиши, или хрен пойми. Блокнот. А как играть? Напиши. Я не знаю, как ты играть. Здесь. Дай нам включи знак. Свет, пожалуйста. Дай что-нибудь. Дай нам знак. Я слышала, что что-то здесь упало. Дай нам знак. Ужин при свечах. Дай нам знак. Дай нам знак. Я буду воздух. Дай нам знак. Свечку будешь парафином? Дай нам знак. Дай нам знак. Даша, будешь свечу? Да, Лена. Давай. Очень вкусно и питательно. Слушайте, а может не здесь упало, может в гостиной? Ну, короче, здесь упала какая-то тарелка. Давай. Даша, немножко удели нам минутку, смотри. Сейчас прекрасно. Будет феноменально кульминационный момент. Алекс режет ножом как раз сама. Тарелку сбросил! Смотри, что это было? Взяли? Да. Только это не Алекс. Что это было? Я соль принесу. Кстати... Это был не я. Надо проверить этот сам. А кто это был? Это не Алекс, это призрак. Пишет дневник! Какой? Пишет! Ай-яй-яй! Пригодился. А что так Алекса плохо слышно, кстати, по-моему, немножко, да? Алекс, ты трошки ватный. Я пойду за солью. Ребята, это что-то с чем-то. Короче, рассказываю кратенько. Испытания очередные. Мы зашли в фазму, тут испытания. Ну, мы же не могли пройти мимо таких интересных испытаний. Кстати, рассудок бимба. Пойду... Вы крест брали? Нет. Даша, сколько улик у нас вообще? Блин, надо выбросить. Без понятия. Так, надо смотри, надо соль принести. Надо принести соль и надо принести крест. Так, я возьму крестик сейчас. Где-то... Оп. Я возьму соль. А мы на рассвете, по-моему, ни разу не играли тогда? Играли. Я тоже возьму соль. Зачем палочку выбрасывать, если у нас будет палочка? Так, а интересно, таблетки, наверное, с ракет поднимают? Так, дай-ка насолю ему. Но сфоткать-то нельзя будет. Да, мне кажется, ты закрыл где-то, может, микрофон рукой или телом. Потому что такой, как будто ты в руку говоришь. До сих пор такая фигня, да? Да, но на улице его нету, я думаю, что это с домом что-то. Блин. А, как может, вы... реально что-то с домом. Пошел, пошел! Топает. Топает прям нормально. Бросает. Топает. А тарелку уронил еще одну вот бросает здесь. И топает. Отпечатки есть, а это вот, не мираж? Есть следы. Вон, а у нас да, и нет миража. У нас нет миража. Вот, ходит. Минуса тоже нет, получается. Ну, вряд ли демон. Ой, ходит. Так, я пойду схожу, наверное, вонючку возьму. А предмет? Предметов, наверное, нет, мне кажется. Надо взять на всяк выпадок. Неужели призрак на рассвете будет активен? Он всегда активен. Слушайте, ну рассудок у нас, тьфу-тьфу-тьфу, вообще супер. А нам что, стать свидетелем, свечу и датчик движения? Зачем кто сжег? Кто сжег одно только что это самое? Вонючку, палочку, пахнючку, кто сжег? Только что ты кто-то чего, прошел. Кто? Чего я-то? Кто? Кто-то прошел я, и сжег. Я в доме был. А ну признавайтесь. Ладно, кому в нос свечку встать? А ну признавайся. А ну иди сюда. А ты иди сюда. Не подожди. Может я, конечно, случайно. Ну ладно. Так, у кого ультрик?
Ребят, я поставила свечку, пожалуйста, выходите вокруг. Я возьму. Давай, я просто бросила свечку. А, ну да, держи. Я поставил. О, задул свечу! У тебя причем, по-моему. Да, так. Не очень понятно, правда, как мы будем искать без ничего. Ну как, а как без улик ищем? У нас одна улика типа есть. По скорости, по тому. Вообще, так, ну слушайте, похож на полтора. Кидает, нет, полтергейст. Кидает. Например, две тарелки он точно бросал. Предметы кидает. Рассудок мы держим свечками. Так, давайте кучку. Давай кучку. Знаю, сейчас-то работает, нет, но... Должна... Нет, все работает. Что, сейчас на я будем отпечатки. Вычеркивать. Тут не работает. Сейчас я похожу, двери потрогаю. Давай, Даша, осторожно там. Потрогай. Спасибо. Чашки роняет, смотри. Чашки, тарелки точно роняет. Так. Надо из гостиной... Ребят, в гостиной очень много всяких предметов, можно их взять сюда принести. О, задул. Так, возьму. Такую херню обычно Они делает, да? Полтер. Или полтер, да. Ладно, поставлю. Сейчас еще принесу отсюда вещи. Блин, ни хрена не видно, ребят. Вместо камеры можно встать, короче, на улице и смотреть в окно. Принесите все вот эти вещи. Вот я тут встану вместо камеры, буду смотреть. Ну, отличная идея вообще. Вещи принесите. О, я тебе прошу. Что это было? Он что, пихнул? Запоминай. Ребят, вы следите за вещами. Я запоминаю. Смотрим. Не, кучка нормальная. Кучку видишь? А, ты уже вижу кучку. Все. Мне пока что он что-то пнул только что. Конкретно. А чего эти две тарелки тут лежат на полу? Ну вот не знаю. Потому что мне пока что он что-то пинал. Тихо. Так. Смотри, как поставил, да? Сейчас бы еще вот так поставить. Почти. Извините. Так, это не полтора, это я. Так. Нет, это вряд ли полтер. Ну он бы уже как соблазнился. Можем... Ну не, ну же атака, да? Согласитесь. Мара, демон. О, задул свечу. Да, мне кажется, так. А, значит, у нас может быть тень, Ревик, Диоген, Морой, Мюлин, кто угодно. Блин, если Диоген, то неплохо, можно. А предмет есть? А негде бегать. А, вокруг стола. Опять задул. Да, кстати. Он задувает. Но он из трех свечей только одну задувает, понимаешь? А тут пофигу, у нас нету, Андрю. Опять задул, да ты задрал. Слушайте, ну я крест... Давайте я еще один крест принесу. Кстати, демона проверим. Демон же что у нас? Давайте здесь выбросим. Оп. Главное, чтобы оно в мусорку не улетело. Надо атака. Значит, пойдем сейчас в темноте сидеть. Что у нас? Вообще бимба, а не рассудок. А свечку сделали стать свидетелем. Ну, сейчас посмотрим. Блин, жалко, что вонючек больше нет. Сколько у нас, сколько вонючек у нас? Четыре. Одна. Не знаю. Нет, три там же. Здрасте, вы же спалили одну. Я. Стоп, слушайте, а у нас ультрика не было? Подождите, а по-моему отпечаток мне показалось. На чем? Блин. Ты че, на ногах? Ладно. Мне показалось, что где-то я увидела отпечаток. Блин, кстати, да, это вариант, надо смотреть. Тебе показалось, где ты выйдешь? Мне показалось, что я увидела как будто бы ладошку, но я не уверена. Блин. Ладошку. Ладошка. Ну, кстати, как вариант спровоцировать на атаку. И скорость послушать. Двери пооткрывать, потом посветить. Ну да, скорость послушать, потом посветить. Ну, тогда идем наверх. В темноте пойдем. А где мое кадило? Я посветить хочу. Где кадило? Кадило. Так, ну, смотрите, господа, пойдем наверх прятаться. И будем сидеть в темноте. Давай, так, слушай, а сколько у нас рассудок? Подожди. Вон большой. 90, 100. Так, а как его посадить? В темноте. Свечки убираем и садим. А у нас нет, по-моему, предметов в испытаниях. Да? Ну, короче, садимся где-то тут и садим. По-моему, появился, смотри, нет? Они сказали, что электронные вещи не работают, а часы работают. На батарейках. Могут быть. Не включай, пожалуйста, надо сейчас послушать, как он будет бежать. Так, тут шкафчик. Так что, тушим свечи, ждем? Не, ну это долго может быть. Тушите, ну как? Как-то надо... Там секунд за 20 мы посадим, 30. Просто уберите их из рук. Уберите их из рук. О. Так. Ну опять, надо понять... Алекс, тебя вообще не видно.
Да, я тоже не вижу. Еще б не слышно было, да? Так, ну пока таки нет. А зажигалка считается вообще? Нет. Не, она же не электрическая. Хотя там искорка есть, искра, вот это вот элемент. Так я, наверное, сяду в другой комнате. А что такое? Что-то за что? Тут мальчики налево, девочки направо. Не, надо как-то его провоцировать. Или? Пошли вы матом покроем и все. Да. Вы решили пораздражать? Да, призрака. Заодно кучку проверить. Так, и зачем вы идете со... А зачем вы со свечами идете? Вы идете со свечами и в итоге держите рассудок. В чем логика? Нет, я зажигалкой. Ну просто извращенцем, понимаешь, все нормально. Это извращенный вид фазмы. Так, Дороти, ты здесь? Дороти, дай нам знак. Покажи себя, дай нам знак. Не трогай эту ключу. Кстати, одного? Всех? Неизвестно. Ну, в принципе, я все равно. Полтера вычеркиваем? Дороти. Не взаимодействует он с кучкой? Ну, не знаю, может быть, тупой Полтер. Может, у нас... Пойду проверю рассудок. Я тупой Полтер. Пойду раз, слушайте, сложно. Учитывая, что у нас свечи, то есть посадить рассудок сложно. Вещей, по-моему, нету этих самых. Ну, у нас уже 78 рассудок. Ну, может и диаген быть. Наверное, надо в идеале, чтобы кто-то сидел в машине, но никто же сидеть в машине не будет. Хорошо. Просто кто нам надо не 7-3 сразу зажечь ее, когда так начнется. Бросает, это... ребят. Ладно, договоримся. Что бросает? Бросает вещи какие-то. Кого? Тут где-то свечи, по-моему, были. Так, Дороти. Ну, тут тарелка на полу. Хрен его знает. Сейчас хочу какие-то свечи позажигать, чтобы хоть виднее было. Слушайте, как быстрее отупить вообще, прям задание. Посмотреть телевизор. Я не знаю, телевизор вруби. Да, да, да. Ну, учите, далеко тоже не надо уходить. Сыграем. Хочешь тупое? Давай чуть тупое сыграю. Давай, доска! У нас доска, ребята! Что-то. Да есть доска! Вот же говорю, прятки и погнали! Хорошо. Я должен был. Прятки и погнали. Так, ребят, у кого есть. Ну, я вот здесь. Здесь доска, но я взять ее не могу. Блин. Почему я взял? Все отлично. А ты читер. Так, а что мы? Куда пойдем и что спросим? Ну идем наверх. Идем наверх. Погнали. Только в я не знаю, в разные комнаты. Да, ну что, умирать? А что, отупить в одной комнате нельзя? Ладно, идем. Просто надо поближе сесть, поближе, чтобы мы. Давайте в туалет вот сюда. Давайте вот сюда. Просто чтобы прям над ней, чтобы скорость услышать. Давай, прятки проси. Так. Прям вот так жестко? Убирайте, может, да. Мы сначала что-нибудь другое поспрашиваем. Не, давайте потупеем. Что-нибудь поспрашиваем. Сколько тебе лет? 6. 6 лет. Давайте потупеем. Девочка, давайте потупеем. Ну, что это же в какой ты комнате? Зимой холодно, а летом тепло. В какой ты комнате? Почему? Да. Кстати, почему трава? Кэ. Ну, китчен. Ну, да. Ничего нового, кстати, на. Так, чем еще ее подразнить? Давай, давайте тупить. Ну, прятками. Ну, погнали. Прятки. 6, 5. Ну, тихо, это... ребята, тихо, так. Сейчас надо послушать. Кто поджигает первый будет? Да, слушай. О. Обычная скорость. Это не диаген. Я первый. Короче, это не ревенант, это не ревенант, не мюллинг, не диаген. Минуса у нас нет, кстати, можно вычеркнуть. Минус вычеркиваем, у нас нету минуса. Так, дух Полтермара, Тае. Мне кажется, это не Тае. Смотрите, мы у Тае там сидели в комнате хрен знает сколько, он слабнет со временем, становляясь более медленным и менее агрессивным. То есть он должен был быть медленнее, правильно? У Тае же тоже скорость, сначала он гоняет, потом... Спасибо. Ну, вроде как да, спасибо! Тихо! Блин! Как вовремя, блин! Тихо! Теперь ты жгёшь. Да не, не.
Рядом был. Быстро пить таблетки и ультриком проверять. Быстро вниз. Да зачем? Мы что, кто тупее? Не, ну ладно. Да, мы уже теперь пьем таблетки. Я говорю, план меняется. Ладно, я бегу смотреть ультрик. Подождите, поднимайтесь со мной. Кстати, мне свет нужен. Печатков нет. Нет отпечатков. Но она точно была возле нас, точно. Да. Да, нет. Прям рядом подходила. Я уже, нет, блин, не было. Вот-вот хотела поджечь. Нету. А здесь? Нету, нигде нету. Нет. Пошли на улицу. Не факт, что успеем, но попробуем. Мяч пинала. Фух. Так, ну смотрите, у меня есть пару идей. Давайте зайдем в машину, посмотрим, что по рассудку. О, опять атака. Так, ну прекрасно, у нас 29. Паранормальщина у нас была. А, у нас ничего не работает. Ну, короче, это не Тае. Полтер, Мара, дух. Духа мы можем повонять. Но это... Слушайте, мне кажется, это Мара. Она типа активная в темноте. А что за улики у Мары? Давайте посмотрим, Мара. Радио, призрачные записи, мы никак не поймем. Просто Полтер бы уже соблазнился. Давайте можем духа проверить, то есть обкурить комнату. Как вариант. Давай. Так. Одна единственная. И 3 минуты. Осталось, у меня есть. А у тебя еще одна. Я обкурю. Так, давай, ты сейчас обкуришь комнату, да, а я на случай атаки держу. Хорошо. Последний. Подождите, так мы можем... Стоп, от оттуда надо убрать, по-моему, кресты, потому что кресты будут мешать этой охоте. Так, подождите, а чего мы таблетки сейчас не можем... А чего мы не можем таблетки выпить? Не, не надо, тогда не надо, атаки хорошо. Не будет. Нам нужна У атака. Вас есть свободные руки? Надо кресты убрать. Сейчас у меня просто вонючка. Алекс, я руки. Воняю, ты нас будешь защищать. Всё. Я засеку время. Отличный план, вообще надежный. Да. Крест уже съеденный, а второй. Воняю. Что, этот выкинуть из смотрите, комнаты? Я что-то нашел. Что-то нашел. Я повоняла! Они нашли эти символы. О. Так. Так. Кресло вкусило, смотри. Мы с крестом не проверили. Было брать крест, по-моему. Так. Не знаю, да, повоняла? Да, я повоняла. Наверху. Как? Ну как? Уже время минута идет? Почти прошла. Пойдем в дальнюю. Надо? Ну, 3 минуты, сколько у духа? О, тут есть где спрятаться. На доме надпись, символ. Ну это же расшифровка этих символов. Надо так. Идти, там же загадка, типа. Ну да, ну что-то какая-то... Смотрите, уже минута. Если он начнет атаку, значит это... Дух. Ну блин, там с крестами непонятно. Надо было, наверное, убрать. А убрали? Крестов. А, супер. Да. Пока ничего. То есть должно, по-моему, быть 20 с чем-то минут записи. А мы услышим. Есть вонючка, да? Последняя. Ну, еще минутка. Блин, неужели душнило? Я думала, что это самое, что это Мара. Ну, слушай, знаешь, когда сомневаешься, ставь духа и... Я что-то думала, что это Мара. Мара очень активная просто в темноте. Поэтому я склонялась к Маре. Ну, может, и душнила. Просто надо, чтобы мы должны дождаться атаку в любом случае. Что там? Что там во дворе интересного? Ничего. Пока тишина. Так. Еще минутка. Может, как-то провоцировать надо, не? А у нас рассудок уже ниже. Испытания были как-то активнее, по-моему, да? А тут призрак такой. Так, ну, еще 40 секунд. Надеюсь, что получится чистая проверка. Атака. Так Алекс не зашел еще. Может, он в соседку пойдет? Сюда.
меня нет вонючки. И как оно? Слушайте, ну это не дух. Супер. По-моему, не прошло 3 минуты. Я на Мару поставила бы. Туда пошла в ту комнату. В ту часть. Любительница мячиков. Выходим. Так, что, пронесло? Ну, это не дух. По-моему, прошло меньше 3. Значит, Мара. Блин. Ну, я не знаю. По-моему, меньше 3 прошло. По-моему, прошло меньше 3. Либо 3, ну, не знаю. Мне кажется, меньше 3 прошло. Мне показалось, что меньше. Я примерно прикинула, по-моему, меньше... Но опять, понимаете, меньше 3, оно может секунд на 20 меньше. Считается этот промежуток, либо ровно 3 должно пройти. Я бы на Мару поставила. Давайте попробуем. Поставьте, на кого вы считаете. Давайте Мару поставим. Попробуйте кто-то духа. А слушайте, а нам надо же угадать, а если кто-то один угадает из 3? Плевать, например, там даже мы когда играли на стриме, да. У нас 2 трупа было, но все равно нам засчитывали. Я тоже попробую. Мару. Все, погнали. У тебя ж дух выбран. Вы Мару выбрали? Я Мару, да. Я тоже. Ребят, непонятно, кто это. Ну, то есть, либо я ошиблась со временем, могла ошибиться. Но я засекла, мне кажется, что прошло где-то 2 минуты. Ну, и это... Марта! Yes! Я же говорила, Мара, прекрасно! Электропредмет это! Да, просто изи! Марсия Шерман... Только одиночкам отвечает, плевать, кому она отвечает. У нас нет этих самых предметов. Да, на что? Класс. Отвечает кому-то, не отвечает. Ну, игра должна была написаться. Это нормально. Сбежать, спугнуть, сфотографировать. А что мы будем, интересно, сфотографировать? Ну, что брать-то? Как обычно. Так, ну, а хорошо. Уже надписи нет, кстати. Выбор, конечно. Прочитай, подожди. Была в тот раз надпись. Да? Да вон она как. Есть, почему вот. У меня тут нет... Я прячусь там, где руки держат на виду, а вода льется по команде. Руки держи на виду, а? Ну, в раковине что-то должно быть. Слушайте, мне кажется, это про тюрьму. Так. Руки держат на виду, где? А вода льется по команде. Наверное. Мне кажется, это про тюрьму речь идет. Дай нам знак. Вода льется по команде, когда кран открывается. Дай нам знак. Что-то... Наверное, кран. Не, как тебе сказали, дай нам знак. 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 Я пойду на второй. Дай нам знак. 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 Кстати, я тоже что-то про подвал подумала. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Я спускаюсь со второго. Тишь да благодать. Дай нам знак. 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 Скажи что-нибудь, уровни что-нибудь. Дай нам знак. Дай. О, что-то где-то открылось. Да, я слышу. Это я открываю, но что-то где-то упало, по-моему. Что-то где-то было, я тоже слышал. Дай нам знак. Что-то падает, да-да-да, я слышу. А что падает, я не могу понять. Это здесь? Над нами, наверное, слышишь? Думаешь? Дай нам знак. Давайте спросим, где это он. Давайте спросим. А, давай спросим, да, чё мы паримся. Да скажи, да, чё это? Так, интересно, такой глухой был точно звук. Точно что-то уронил. Ну не кухня. Точно, да. Так, давай, Алекс, ты читер, у тебя 4 руки. Не, давайте, в смысле... Ты ее возьми, в смысле. Руки. Опа, что вы сделали? Уже что-то... Что там? Уже что-то было? Написала. Какая твоя комната? Нет, написала. Я еще подожди. Привет. Какая твоя комната? Не научимся пользоваться. Падают предметы. Б. Так. Б. Бас. Бейзмент. Подвал. О, я был пока. В бейзменте. Там было чисто. Пока. Ой-ой-ой. Хорошо. Пока. Бейзмент так. Там падает что-то. Да, было слышно. Вот падает. Сюша, может, падает. Давай поищем, где уронили что-то. Отлично. Тут все нормально. Так, хотя мне показалось, что этот самый падало. Как слепые щенки, знаешь, ничего не видно, непонятно.
О, минусовая, по-моему, у меня пар был. Минус? Да, ну, да. Или нет? По-моему, было только что. Да, есть. Есть? Есть минусовка, да. Мне нет. Смотри, там искрит, вон видно прямо еще. Да, сломали же. Так, вы разместили этот самый? Я пойду принесу... А, принесли. Напиши... А у меня нету минусов. А кто-то нашел, что роняли вообще? Вот здесь, я думаю, тут предметы какие-то. Типа... Блин, не вижу. А что роняли? Фу, ну роняли точно, я тоже слышал. Тю. Я не вижу минус, слушайте. Так, да. Есть, вот там дежурный. Можно прятаться, кстати. Если что, в шкафчике. Да? Что это было? Старбл Зерта, точно. А что это было? Только что как будто бы передвинули какой-то тяжелый предмет. Вот, Парбл идет. Мне нету. Ладно. Они так, вас... дай нам знак. Говорите минус, хорошо, минус. Ребят, как будто бы мебель двигают, вы не слышите? Нет. У меня что, глюки? Нет. Вы издеваетесь? Не очень смешно. Мебели. А что же она роняла? Ладно. Дай нам знак. Напиши в блокнот. Я пойду соль принесу. Кстати. У нас может быть мираж? А у нас не может быть миража, ну. А, тогда не буду. Сюда. Смысла. Что у нас вообще есть? А у нас только блокнот, да, и отпечатки. Подожди, а минус только тут или по всему подвалу? Меня вообще его нет. Не, он есть, вот здесь. Скрит? Дай точно? Знак. Ну, был. Уже нет. Был, был, у меня тоже на видосе пара изо рта был. Хорошо, а может быть это свечка затухла? Не. Точно? Точно. Но сейчас уже пара нет. Это странно, блядь. Но, по-моему, призрак не перемещается в это или медленно перемещается. Я пойду, кстати, наш рассудок посмотрю. Блин, да что такое? Просто я не понимаю, что падало. Тут чей-то... А чего здесь... Не... Ребята, а почему здесь второй дневник лежит? А почему здесь второй дневник? А это я выложил. Я двигал за палочкой. Ладно, пойдем посмотрим рассудок. Хотя мы со свечками почти все время ходили, но... Непонятно. Так. Блин, у меня уже рассудок сел. Так, хорошо, давайте ему отнесем крест. Странно, что минус пропал. Вы где? Я не знаю. Я в подвале. Иду. Я на втором. Так, я иду, я крест хочу положить. Блин. Ну, вроде бы я положила его. А у нас, кстати, может быть, Андрю, я сейчас тут свечку поставлю. И надо последить, я пойду себе свечу возьму другую. Блин. Если он затушит свечку и сожрет крест, значит, Андрю. А он как-то так, да? Так, бегом, мне надо на свет, потому что у меня же рассудок быстро садится. Так, идем. Дух у нас... А, у нас духа не может быть, поэтому вонючки мы не тратим. Ну, кстати, нормально так по рассудку. Давайте, наверное, еще один крест принесем. Может, он появится в другом месте. Тогда надо в другой... Блин, ну я не понимаю, что падало. А вы так и не нашли, что падало? Нет, к сожалению. Не понимаю. Минус не повторялся? Не, минуса нет. Может, на первый этаж улетел? Да вряд ли. Так, дай нам знак. Блин, я не знаю. Дай нам знак. Блин, они так тупо учут. Тут он что-то сделал. Может, еще где-то в другом конце дома есть активность. Я не могу понять. Дай нам знак. Давайте спросим, реально, что палец? Ну... Ну, учтите, рассудок, тогда надо будет пойти жахнуть. Какая комната твоя? Какая твоя комната? Вообще не хочет говорить. Какая комната твоя? Привет. Привет, мать твою. Какая твоя комната? Сколько тебе лет? О, поговорили.
Ревик? Что-то медленное у нас. Это Ревик. Уходим, уходим. Похоже, да, на Ревика, кстати. Да, 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 очень медленно ходил. Текайте. Ух ты! Ух, ну похоже Ревик, потому что да, действительно скорость такая. Поговорили по доске, да. Ни одного ответа, но, блин, классно, что во время атаки он, конечно, себя палит. Ну очень ходил медленно. Очень, ну, медленный, по-моему, Ревик. Очень зараза. Он, по-моему, даже не поднялся наверх. У нас достаточно высокий... Не, он был даже очень рядом, мне кажется, да? Или я испугался просто? Он поднялся, но... Не, он рядом, он ходил рядом с нами. Ну это, не, смотрите, Хантуха бы бегал, мы бы услышали, как он внизу бегает, все равно ж холодно. Да нет, это Ревик, не Морой. Ревик. Ни близняхи, ни они, ни те, ни Джи. Короче, я бы поставила на Ревика. Хотите давайте проверить? Давайте поставим Ревика и поехали. Ну, давай попробуем. А что у него какие? Подождите, стойте секунду. А какие у него улики? Мы можем вообще что-то подтвердить как-то его? Ревенант? Или смысла нету? А, призрачные записи минус. Ну, должны быть. Пойдем. Давайте я жахну таблетки. Записи, да, надо проверить. Так. А пойдемте. Я выпила. Да, все, уже нормально. У меня таблетки выпила. То есть атаки не будет. Ну, теоретически. Идти туда такая кривина. Слушай, так а возьмите второй блокнот, может быть, в другую часть бейзмента положить. Сейчас. Я положил. Там лежит. Отлично. Да, да. Может, напишет. Тогда бы 100% Ревик. Что, проверим. Так, этот не писал. А где второй? Так он не появлялся в подвале, вот в чем прикол. Мы слышали его на первом этаже. Ну, кстати, да, опять же, минуса-то здесь нету. Был, но потом пропал. Как это может быть? Он переместился? Так, не, ну, должен, не был. Знаю, то ли нам... Я, давай я кину один журнал наверху. Давай. Надо только понять, где. Ну вот здесь тут чашки валяются, может, сюда он переехал. А походите, может, где-то минусовочка будет. Блин, я ее не вижу. Тут... О, тут минус, ребят, кухня, кухня, кухня! Кухня? Ты, а как ты, он так быстро переехал? Вот вообще... А, вижу. Вообще на вот, кухне? Вот, пар изо рта, нет, да, на... да, да. Подожди, у меня на кухне было. Это не кухня, это гостиная. У меня там было. Так, второй просто... Алекс, принеси второй вот здесь. Вот здесь. Я принес куда? Сюда? Да, блин. Напиши в блокнот. Затушил мне свечу. Вот напиши здесь. Напиши в блокнот. Тут минус и там. То есть тут он как-то... Напиши в блокнот. О, да. А как это он так переехал, интересно? А может, бейсмент, он что-то другое имел в виду, бейсмент? Падает. Что упало? Нормально, кстати. Что упало? Не знаю. Что-то падает. Вот тарелка. Она лежала. Так, уже. Напиши в блокноте. Тю. Напиши в блокнот. Минус идет сюда. Но... В эту комнату. Кстати, сюда. У нас по заданиям нам надо сбежать еще и с благовошкой, поэтому, ну, конечно, атака и ревенант. Да нет, это такое. Еще и этот дом мой нелюбимый. Напиши в блокнот. Тут везде оно распространяется. Да. Напиши в блокнот. Но в комнате минуса нет. В спальне. Нет, он здесь. То есть это вот это его радиус. Напиши. Ну это точно по... Блин, опять задувает. Дурное сало. Напиши да, в блокнот. Да, мне тоже два раза задул. Напиши в блокнот. А может быть, это Анрио тогда, но он должен быстрее. Слушайте, а может, у нас багует, и просто он в подвале, например, но пробивает на кухню минус, или наоборот. Что-то хрень какая-то. А, то там, ой! Минус, то тут. Тут сферический а радиус, я... да, действия? Сферой? Хорошо, да вот черт его знает. Сфера это может пробивать просто вниз, мы же подвал внизу, прям под нами. Ну да, он хрен как раз... знает. Но я просто вот в подвале я минус не видела. И нам почему-то написала, что бейсмент. Там он был. И пис... Да, и... Опять же доска. Смотрите, я давайте, может, крест принесу, но я не знаю. Если принесу, то я выбрасываю... А. Я благовошку выброшу. Поэтому следите за моим благовонием. А. Пойдем принесем, но я ничего не понимаю. Давайте Андрео проверим. Напиши, подлюка. Хорошо, в случае чего, куда бежим? Так кто куда? О, хороший вопрос. Да, от ревенанта. Ага. Ну точно не туда. Блин. Ну главное с глаз его скрыться. Да. Бросай, ребят, он такой активный. Так, ну живет. Давай. Так, сейчас я принесу, наверное, слушайте, свечку поставлю. Странно, странно. Проверим, Андрю. Либо ждем вторую атаку туда. Хочу свечку собрать.
Тут, заметьте, свечку вообще не трогал. Ребят, внизу он свечку вообще не трогает. Свеча горела все это время, поэтому он внизу. Опять бросает, ребят, да это полтер какой-то вообще. Вообще все бросает, ребят. Хорошо, дай нам знак. Может, это они? Дай нам знак. Тупой они. Что это было? Это Алекс дежурно открыл. А, дай нам знак. Что-то уронил. По-моему, походил. Вилка упала вот. Да. Давайте кучку сделаем, ну это, блин. Ножи лежат, вилки, смотри. Уже не знаю, кто это. Да нет. Может, это, слушайте, ребят, а может это мимик? А может... А мы никак не узнаем. Слушай, уже вариантов можем узнать. У нас... Следующая атака, если он будет быстрый, это может быть мимик. Первую атаку он мимикрировал под Ревика, вторую, может быть, он будет под Полтера. Он же во время атаки тоже меняет свои способности. Пойду посмотрю. Хорошо, давай проверим тогда. Рассудок пойду посмотрю. Ребята, это жесть. Вот я и не знаю. Так, ну у нас рассудок отличный. 86. Как нам посадить теперь рассудок? Пишет? Да-да-да-да-да, вот-вот-вот. Ревик. Да, написал. Все, это Ревик, выходите. Да. Ну. Супер. Надо было проверить точно, правильно? Не, ну тогда оно все равно интересно. Профессионалы, да? А вдруг был бы мимик какой-нибудь? Хотя, слушайте, в принципе-то, по-моему... Подождите. У мимик это тоже... А, у него отпечатки... Все, так, радио... Давай не будем без всякого. Не-не-не-не-не. Ревик. А там вдруг это все-таки мимик, который... А у нас камеры нет, мы не проверим. Ребят, ну интересно, классно вот эти добавили испытания, Алекс. Выбрасывай к черту. К че? Выбрасывай к че? Ну, давайте, нам нужно 3000, нужно еще одну карточку, и будет 3000. Будем богаты. Ну да. Просто изи. Еще разочек.